Дорожная полиция запретила выходить на маршруты более чем 500 автобусам, а 106 водителей должны были пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. За неделю в течение акции «Безопасная дорога» выявлено около 94 тысяч нарушений. В основном это управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости, вождение без документов и выезд на встречную полосу движения. Выявлено 852 нарушения правил перевозки пассажиров. 368 незаконно переоборудованных автобусов. То есть здесь вы понимаете, что автобусы для предназначены, они используются как для перевозки грузов, половина, как вы сами знаете, отсека, так и для граждан. Это все, естественно, конечно, сказывается на безопасности.